Невнимательность, невоспитанность или все дело в ощущении безнаказанности. В объектив камеры видеонаблюдения, расположенной в центре города, периодически попадают занимательные кадры. И многие из них, к слову, влекут за собой административную ответственность. На этих кадрах отчетливо видно, что рекламный штендер, который в течение дня привлекал внимание окружающих, не выдержал порывы ветра и упал. Удивительно другое. Автомобиль, который, во-первых, проехал под запрещающий знак, а затем медленно, но уверенно прямо по рекламному штендеру, а во-вторых, прокатился по расположенному рядом газону. И таких горе-автолюбителей можно увидеть практически ежедневно. Улица Урицкого еще в прошлом году частично стала пешеходной, и въезд на эту территорию ограничен. Но ни запрещающие знаки и не установленные на проезжей части искусственные препятствия не останавливают некоторых водителей. Видимо, это под силу только закону. К слову, госавтоинспекция напоминает, если транспортное средство проезжает по чужому имуществу и повреждает его, то это можно расценить как дорожно-транспортное происшествие, а за движение по газонам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. И если задаться целью и отсмотреть видео с камер наблюдения хотя бы за неделю, то соберется внушительная коллекция нарушителей.